передаю тебе слово. Спасибо, спасибо, о, благодарю вас. Мария, я кумир у меня, как сказала прекрасная леди. Ну и не скромно, зато честно. И, собственно, ненаказуемо, ненаказуемо, не противозаконно. Поехали, финалы у нас. 4-4 финала на двух дистанциях. 50 метров брат сначала, затем 50 метров вольный стиль. И участницы первого из четырех этих финалов уже у нас поднимается на тумбочке. Ксения Загорская, Софья Рогачева, Эльвира Долгих и Рената Новикова. Стукова была лучшей на предварительной стадии. Но нельзя сказать, что там с каким-то сверхпреимуществом 0,02 секунды относительно второго результата, который Панова показала, она стартует на пятой дорожке. Полетели! В первую очередь, понятное дело, при таком раскладе ожидаем мы борьбы между участницами на четвертой и пятой дорожке. Борьба эта за победу может и должна быть весьма острой. Сейчас они приближаются к отметке 25 метров. Что получается у нас тут? 15,97 у Софии, у Анфисы 15,88, менее 1/10. И сейчас визуально свое преимущество Панова сохраняет. Смотрим, 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 что здесь в итоге. Касание. Пятая дорожка 34,42. И Панова становится здесь первой с преимуществом в, та-дам, 0,01 секунды. 0,01 секунды. 34,42. И тот результат предварительно, пока результаты еще не официальные, но все же, скорее всего, официальными они станут. 44,43. Ну и, в общем, визуально было видно, что предельно близко друг к другу они находятся, когда касание происходило. В итоге 0,01 секунды их разделяет. Ну и Анфиса Панова побеждает. Проплыли обе, на всякий случай, это заметим, медленнее, чем на предварительной стадии несколько часов назад, но, в общем, это, с одной стороны, может быть, некая деталь, с другой стороны, это не так важно, с учетом того, что это же не отменяет того, что одной будет вручено золото на церемонии награждения, а другой серебро. Ну и в дисциплине в данной возрастной группе девушке 13-14 лет. Идем далее. Поздравляем победительницу и призеров. У нас на очереди финал у юношей 13-14 лет на той же самой дистанции. 50 метров брас.